Ребята, всем привет! Вы на канале Водопровод, канале без лишней воды. В прошлом году мне попадалось достаточно большое количество заказчиков, готовых попробовать свои силы в монтаже отопления. Кто-то даже прикладывал собственные силы, чтобы осуществить монтаж, приобретение материала. Но я подумал, что если существует такая тенденция, то значит, достаточно много людей действительно захотят своими руками попробовать свои силы в монтаже систем отопления, водоснабжения и канализации. Что я хотел бы со своей стороны предложить? Дело в том, что я сотрудничаю с магазином ОВК «Центр сантехники», и филиалы этого магазина сейчас распространяются все больше по территории Российской Федерации. На данный момент времени это Крым, это, собственно, вотчина этой фирмы, значит, центральный федеральный округ, частично Черноземье и, значит, Краснодарский край, Ростов, насколько мне известно. Ну, в некоторых регионах представлены эти магазины. И если получается так, что вы проживаете там, где эти магазины есть, и вы хотели бы попробовать свои силы в том, чтобы осуществить монтаж системы отопления, водоснабжения, канализации самостоятельно, то я со своей стороны готов был бы предоставить вам доступ к скидке в этих магазинах, достаточно приличные скидки, и плюс ко всему мог бы осуществить для вас какой-то, может быть, профессиональный контроль в ваших ваяниях, чтобы вы, скажем так, не наделали дел. Вот. Обратная связь со мной, в принципе, всегда есть. Номер телефона указан в основной информации к каналу, вы можете посмотреть, на этом номере телефона есть WhatsApp, в основном по WhatsApp я, собственно, мог бы вести диалог по данной теме. Если вам это будет интересно, обращайтесь, с радостью помогу. Если кого-то заинтересует, вы можете написать мне свое сообщение в WhatsApp, и будем налаживать, собственно, с вами контакт. Посмотрим, что из этого получится, какого рода будет, собственно, сотрудничество. Мне достаточно интересно это, поскольку тоже расширяется и мой профессиональный уровень, и сфера моей деятельности. Поэтому, ребята, призываю вас к сотрудничеству. Давайте попробуем вместе свои силы на этом поприще.